личными делами. Да. Реанимации не делаем. Ну как лучше сделать? Не, как можно давать номер карточки, если смогут снять деньги? Кто даст номер карточки? Я не буду давать ему пин-код. Конечно! Я здесь попросила на работу. Я здесь прямо сейчас делаю, чтобы узнать, мне выключили телефон. Я же сказала, что я не в магазине. Введи пин-код. Да, у нас тут поют. И станешь словно в магазине. Все это. Короче, я... Хочу сказать прощай, давай пин-код. Что мы будем делать? Что будем делать? Да, я сейчас прямо, это чтобы нам сегодня включили телефон. Чтобы нам включили телефон, чтобы зазвонил он у меня, чтобы поднялая трубку зря. И телефон ее молчит. Молчат страницы дневника, молчит и правая рука, молчит судьба, молчит душа, молчат седые облака. Включите телефон. Включите телефон. Включите у меня в мозгах радиостанцию «Восток». И я буду словно росток, пробивающий асфальт, чтобы увидеть свет. Потому что все есть, а тебя нет. Включите телефон. Включите его, и он принесет мне поклон. И словно черепахи в океане безграничной любви, в плоском мышлении сознания, в двухмерном восприятии бытия. Ей непонятен, а мне понятен свет солнечного луча. А ей включите телефон. А ей включите телефон, а ей включите телефон. Браво. Включите телефон. Хит называется «Включите телефон». Или «Выключите телефон». Я не могу без телефона, мне все пишут родители, что случилось, я не могу без ответа. Ты не можешь без телефона? Я вообще не могу без телефона. И ей отключи, у нас одинаковый баланс, понимаешь? Понимаю. И поэтому мне нужно пополнить, чтобы на двоих было, и ей и мне. Ну, всякое бывает, не скучайте.